Не могу. Даник, вы работаете или нет? Так, Даник, перейдите туда. Чезар, перейдите сюда, пожалуйста. Даник, вы туда ушли. Смотри, Чезар, вы делаете сюда и сюда. То есть, вот я поставил лично на вас камеру. Лично. Первый. Три броска. Один, три броска. Второй. Если хочешь, пусть Никита все время бросает. Проблем нет. Упал, он дряется головой. Денис,
Я же здесь, руку отсюда возьми. Вот же рядом, Игорь, делай. Вот так, да, умница. Дай, рука, не наклоняйся, чуть выше встань. Вот так, Машенька, умница. Влад, Влад, поворачивай голову. Матвей, что? Игорь остается, Никита остается, Маша остается. Влад, переходишь сюда. Что ты сделал? Денис, перешел к Маше. Дань, перешел к Бутуков. Ты перешел сюда, к Бутукову. Чеза, перешел к Игорю. Кто перешел, только падает. Кто перешел, только падает. Аджи, вперед. Голову, голову. Никита, ты упал. А куда ему падать? Стой на тебе. Тем более повыше стой. Давай, давай, Никита. Бросай, Никита, только ты бросаешь. Нет, руками не касайся. Вот рядом Игорь бросает. Нет, еще раз посмотри, Игорь, сделай. Посмотри, он головой, ты головой касаешься, руками, он не касается, он сидит на колене. Давай, 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 Маша, давай. Тяжело? Да, грязь. Матея! Кто падал, переходит? Никита кидает, Игорь кидает, Маша кидает, Бутов кидает. Джек, минута. Маша, кидай! Руку под мышку поставь! Что? Отлично она кидает! Лучше, чем Никита! Поставь ноги шире! Ну и повертайся, и все, что здесь тяжелое? Она даже не тянет. Не тянет? А если будет тянуть, то она кожу не оставит. Маша, бери за кожу его. Правильно, одевайте кимоно. Стенка тряпка. Какой же ты? Матея, перешли. Готовы? Да, готовы. Никита, Никита, туловище, вот так туловище. Посмотри на спину, посмотри за спину, Никита. Давай, бросай. За спину посмотри. Вот посмотри, посмотри на меня. Бросай, посмотри на меня сюда. Давай. Вперед, на меня смотри. Да, на меня смотри. Смотри, Никита. Не смотри, а по стенке на меня. На меня не смотришь. Смотришь вниз. Поэтому сильно опускается. Матея, перешли. Еще раз, Никита, подворачиваешься, смотришь вниз, а ты посмотри сюда. Себе за спину, на меня. Че? Видишь, опять его ударят? Ну выше чуть-чуть, Никита.
Не надо очень быстро. Просто спокойненько делай все. Нет, опять. Владимир, будь аккуратнее, ножки шире. Делай помедленнее. Ну, конечно, это конечно, но... Сейчас получше немножко. Матея, перешли. Ваня нравится. Я молодцы. Минута отдыха, сели. То есть еще раз. Еще раз. На улице жарко. На улице не находиться перед тренировкой. Хорошо. Раз. Перед тренировкой кушать за 2 часа. Не кушайте много. Лучше с собой возьми. Потом перекусим. А после 2 часа опять хочется кушать. Это уже твои проблемы. Нет, это не то, что твои проблемы. Проблема того, что ты не хочешь республику выигрывать. И не хочешь ездить по соревнованиям, не хочешь иметь что? Стипендию. Я хочу. И тогда ты в любой момент бы пошел и пожрал бы. Куда хочешь. Куда хочу. Да. А так ты не дорабатываешь немножко. Могу. По пятницам что делаешь? Отдыхаешь. Все тренируются, пацаны, а ты отдыхаешь. Все хорошие пацаны, все плохие. Вам же трудно взять 6 лет поехать туда и обратно. Вам же трудно. Нет. Пойти потренироваться. Трудно. Да, приходится ездить. Ну и что, я тоже буду ездить. Ты пришел. Там 50-70 человек. Хинчешки, нягины. Поэтому они выступают все. Поэтому на них деньги ищут, чтобы на соревнования. Ты вопросы хорошо. Выиграл бы по сам. Сейчас у лицея как раз вот появились деньги. Вот хорошо. Я бы мог тебя почти все бы проплатить. Но ты выиграл? Нет. А сейчас чемпионат мира по школьникам, по самбо. Ты кто? Никто. Ты никто. Фуфло. Выигрывать 7-1 и проиграть без зрителей. Ужас. Тренер же всегда говорит. Выигрываешь, не надо делать броски через грудь, тяжелые броски. Нет, сбрось паттер, сбей его, не дай залезть. А Влад решил через грудь 2 раза и проиграл. Вот, красота. Все, было бы лучше, сейчас бы пошел к Доме Марии, ой, Доме Елены, попросил, говорю, так и так, нужно помочь в поездке на чемпионат мира. О, она говорит, какое место он займет? Говорю, в тройке. Все, посылаю. А так я приду, скажу, вот можно Владу послать. А ты сам такой будет. Да, 5 секунд будет просто. Как нафиг посылать тебя? Как вы не можете понять? Хорошо, встали. 2-й номер. Кроме тренировки здесь обязательно нужно по пятницам ходить бороться. Обязательно. Не будете бороться, будете выигрывать только перед своим целью. И то не факт. Я возьму пару человек, приведу с Олимпии. Да. По самбо. А? По самбо. Да как хотите. Причем хотите. По дизайне надо выигрывать. А по грэпплингу я приведу от Саши, а не вас по грэпплингу. А Саша по грэпплингу? Да, они выиграют. Я тебя прошу. Живем! Почему? Почему? Так, стоп, Маша, ты кидаешь. Маша, ты кидаешь в другую сторону. Маша, ты не вправо кидаешь, влево кидаешь. Ноги шире, Влад. Давай. В другую сторону. Маша, бросай. В другую сторону, Маша, бросай.
даже не вижу. Даня, захват, держи! Даня, держи захват! Даня, подмышку поставь! Руку сверху возьми! Эй! Да. Посмотри, вот так сверху возьми! Что ты берешь снизу? Вот, блин, я в шоке из тебя! Иди сюда! Возьми вот так! Не вот так бери, вот так! А вот возьми отсюда, раз и два! Поменялись! Маша, переходишь! Кто? Бутов, ты бросал? Да! Даник, сюда, мы! Он! Я сейчас бросал! Ты бросаешь! А, все ясно! Сейчас! Бросает Влад, бросает Денис, бросает Сурка, и бросает Маша, и бросает Чеза. Джей, Маша всех бросает. Маша влево! Влево, Маша, увижу, убью. Влад, плохо бросаешь. Турна, плохо бросаешь. Тезер, более-менее нормально. Чуть может быть присед. Время. Эй, Влад, мы сейчас тоже доиграем. Я не играю. У тебя есть деньги? Тебе вести его в больницу. У него есть деньги. Все равно не болеешь. Перешел, давай. Еще раз вам говорили, балуйтесь. Джей! Маша бросает. Потому что Маша. Маша в другую сторону. Подмышку в руку. Нет. Ты сверху берешь. Наоборот. Нет. Нет. Давай, 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 давай. Денис бросает. Он бросает. Денис бросает. И делай шаг вперед. Только постоянные стойки и все. И не надо отходить оттуда в то же самое падать. Встань там, оттуда падать. Ты выставляешь правую ногу вперед. А там другой прием еще. Даник, ты можешь держать пацана под подмышку взять. Что ты держал? Что ты держал? Закидку ты держал. Матей, переши. Я не знаю, за что ты держишь. Маша бросает. Маша бросает. Лена бросает. Убьет меня. Ничего страшного. Один клоун на мне еще. Джей! Джей! Маша в другую влево. Лена! Маша, влево! Другую сторону! А, не-не-не, Маша, подожди. Да, да, правильно, правильно. Давай, давай. Не вижу бросок. Сиськи. Мать, не вижу. Руками не касайся, стой прямо с вами. Иди. Вот так, ну, Томас, отсечку дай, чтобы ноги пролежили.
Время!